Открываем посылку. Здесь у нас замечательные вещи. Записка. Дорогой потребитель, короче говоря, мы боремся за вашу удовлетворенность. И не ставьте нам оценки ниже 4 баллов. 4 балла тоже не на... Вот, типа они написали предупреждение, чтобы мы сильно их не занижали. Давайте для этого нужно, чтобы и товар был соответствующий, правильно? А перед нами, что у нас? Это у нас как папы, да, USB. На флешках такие коннекторы ставят и так далее. Сейчас USB стал как бы стандартом, поэтому вот эти коннекторы нужны. Я раньше со старых флешек все это выпаивал. Это дело нудное, не стоящее того, поэтому я решил. И к тому же еще неизвестно они, в каком состоянии будут. Коннекторы эти достаточно крупные выводы, что в принципе радует для нас, для тех, которые занимаются самоделками. Значит, отличный вид у них, все нормально вроде бы. Ну, не вижу изъянов. Я думаю, что они достаточно высокого качества. Надо на практике будет проверить. Очень доволен. Открываем посылку. Так, у нас что тут? У нас тут USB. USB. Это у нас USB. Коннекторы. Но это мамочки. То есть для входа. Мамочки. Папочки я тоже купил. Так что у меня и папочки, и мамочки. То есть и вход, и выход. Все это есть. Отличные вроде коннекторы по качеству. Все нормально. Блестит. Видать. Но здесь, видите, такие вещи делаются массовым тиражом. И обычно массовая продукция, она достаточно качественная. То есть смысла нет делать миллиардами, да, штук. Если они будут некачественными, потом все это забракуется, такие убытки пойдут. Поэтому обычно не нарушает. Вот, USB коннекторы это стандарт сейчас для соединений, для питания, для передачи данных. Так что вот будем использовать. Открываем нашу очередную посылку. Что тут? О, у нас такой SMD-шный вещичка. Это у нас USB коннекторы. Очень мелкие такие USB. В пауэрбэнках такие ставятся, в мобильниках. Вот. То есть это даже для ремонта может использовать. И упаковка такая классная. Качество высокое видно. Вот. И для своих самоделок тоже можно. Если у нас самоделки мелкие, то вот такие коннекторы лучше применять, да? Вот. То есть для того, чтобы можно было соединить. Это вот мини-USB, микро-USB. Вот. В принципе, 10 штук пока хватит. Открываем очередную посылку. Что у нас тут? У нас пакетик. Все. Один пакетик. И тут у нас коннекторы. Мини-микро-USB. Называем микро-USB. То есть это не USB коннектор, а поменьше размером для маленьких устройств. То есть если устройство компактное, то вставить большой там не представляется возможность. Тогда используют вот такие мелкие. Вот один конец у нас нормальный, второй конец такой. И для того, чтобы дурокоустойчивость, чтобы не тем концом не засунули, тоже, наверное, вот это применяется такой коннекторы. И микро USB называем. Вот. Так что нормально. Всего 10 штук. Пока не хватит для самодел. Качество, по всей видимости, очень высокое. То есть все присутствует. Это не бэушные, которые из разобранных старых устройств. Так что будем использовать. Что вот эти коробки пластиковые такие удобные для хранения не только радиодеталей, но и всех мелких вещей. Вот в частности USB коннекторов. Вот я сюда сейчас их положу. То есть что мне делать? Так, я, наверное, все-таки пополам разрежу это дело. Так, 5 штук отмерю и пополам. Потому что длинный такой, трудно будет где-то разместить ее. И положу в этот. Здесь у меня уже другие USB коннекторы стоят. Никакой надписи, ничего делать не надо. Вот, отлично. Лежат и все.
ничего не надо делать, потому что это прозрачная коробочка, и так видно, что там лежит. Поэтому сами детали являются визуализацией того, что у нас есть. Иначе, если бы такой коробки не было, бы у меня где-нибудь в куче лежало бы, и когда мне срочно понадобился бы тот или иной, либо я бы о них не вспомнил, либо искал бы очень долго, время потерял бы. Так что такое организация работ, очень важны такие вещи, как коробочки.